Перед прогулкой малышам надо хорошенько размяться. Впереди у них насыщенный день. Игры на свежем воздухе и закаливание солнцем, воздухом и водой. В такую жару детей особенно радует контрастный душ. Душ мы ходим, чтобы охладиться, и чтобы нам жарко не было, и чтобы мы тепловой удар не получили. Температура воздуха, если получается на сегодняшний день 32 градуса, то вода вначале мы подаем ее более теплой, это 38-40 градусов, и далее она охлаждается. Мы берем в первую очередь согласие родителей. Если дети, в принципе, родитель даже при абсолютном здоровье будет отказываться, то мы никогда его не поведем. И есть ряд заболеваний, при которых просто нельзя. Это сердечно-сосудистые, бронхолегочная система заболевания. Для специализированных групп есть дополнительная программа. Малыши ходят на коррегирующие занятия. Они направлены на профилактику нарушения осанки и стоп. Общий же план отдыха схожий. Изменения зависят только от возраста детей. Нравится, когда мы играем в группе. Здесь моемся, бадминтон играем на улице. Бесимся на улице тоже, бегаем тоже. Рисуем, разукрашиваем, играем, пазлы собираем. У нас сначала проходила эстафета, но мы там прыгали по обручам, бегали с мячиками вокруг конуса. При отсутствии уличного бассейна приходится проявлять смекалку. Например, в 87-м детском саду есть такая конструкция. Ее несколько лет назад соорудили сами педагоги и родители. Устройство простое, зато радости у детей хоть отбавляй. В каждом детском саду проходят прекрасные праздники, связанные с водой. День Нептуна, то есть в жаркие летние дни. Вот такие вот большие, красивые, интересные, задорные праздники проходят. То есть тут мокрые все с ног до головы, никого не жалеют, не заведуют. Ни воспитателей, ни родителей, кто в это время на территории всех обливает. Закаливание – лишь один из пунктов летнего оздоровительного периода. Он проходит в детских садах с 1 июня по 31 августа. Анжелика Степанова, Евгений Лызаев, Новости НТР.